Они есть бесплатные. Там бесплатные берешь, но тогда ты можешь только дорогой этой трехдневной, двухдневной почтой. А на eBay, ты понимаешь, люди хотят самое дешевое. А если ты самое дешевое, ты должен свою упаковку приносить или у них покупать. Но у них на почте цены там вообще пипец. Вот такие вот, это для отправки. То есть что-то у них тут вообще выбора нет. Смотрите, конверты есть такая. Буквально один, что ли, вид и все. И коробки есть. Коробка какого размера? 10 на 12 на 6 инчей. Или можно коробку купить за доллар, или один конверт. Но я помню, что тут больше было. Я же здесь покупал такие хорошие желтые конверты. Мягкие, они были в пачках за доллар две штуки. Вот они были типа таких, только они были поменьше, бумажные, и внутри тоже с этим, ну с такой же. А теперь их почему-то нету, я не знаю, куда они делись. Чё за фигня, это в принципе-то сюда и шел, чтобы их купить. Короче, это всякие доски, там где писать, рисовать. Короче, нету ни хрена конвертов. Что я тут и не куплю ничего. Ну ладно, куплю хоть магниты. Так. Да я просто, чтобы убедиться, что тут точно их нет. Короче, нету, да. То есть здесь получается вообще ничего нет. То, что здесь есть для упаковки, только коробки 10 на 8 на 6 и один вид конвертов, и то тут их как-то мало вообще осталось. Но обычных конвертов для писем здесь полно, вот. 40 штук, то есть берешь за доллар маленькие или 30 большие. Причем они вон там самозаклеивающиеся. Ну или вот такие вот. Я не знаю, что это за конверты, я таких не видел никогда. Для чего они применяются? Их тут много всяких. То есть таких вон дофига. 6 штук взял и... Ну нету, блин, мягких конвертов. Ладно, печаль. Клей... Вот такой вот неплохой у меня такой был. Ну, не именно такой. У меня был какой-то другой фирмы. Он хорошо клеит. Тоже для пос... Вот это вот, кстати, это самое. Для того, чтобы мелочевку в банк сдавать, ее вот здесь в эти запаковал. Получается, за доллар можно такую купить. Но это, блин, тоже хрен его знает. Не так уж и дешево, кажется, доллар. Просто выбрасываешь на ветер. Короче, тут нифига нету. Так, здесь всякая фигня для детей. Но я не знаю, я вам уже говорил, что я как бы побоялся бы это для маленьких детей таких здесь что-то вот покупать. Вот смотрите, драг-тест тут есть на марихуану. Дает результат через 5 минут. Вот. Что тут еще есть? А, тесты на беременность. А что такое ovulation? Это я не знаю. Короче, ладно, это слишком сложно. Это, наверное, женщина знает, что это за такое. Короче, это типа тальк, присыпка, тоже сделано в США. Это тоже присыпки всякие, вон присыпки для ног, для тела. Короче, дезодоранты, вот такие вот. Вот такие вот. Сделаны в США. Брут. Arm & Hammer. Это известный бренд, но он все-все-все делает. Вот этот Dial.
это уже сделано в США. Короче, вся химия сделана в США. Дезодоранты, шампуни, мыло, вся эта фигня. Вот, барбасол тоже, видите, сделано в США. Это крем для бритья. Вот красный есть и с алоэ зеленый. А вот какой-то ихнего бренда. Здоровый. Для ультрачувствительной кожи. Короче, это всякая фигня для бритья. Короче, блин, станки. 5 станков. Можно купить за доллар. Вот такие вот, 2. Но у каждого по 6 лезвий. Тоже за доллар. Вот здесь тоже наборы. По 3. 3 в каждом по 5 лезвий. Сейчас вообще бритвы покупать невыгодно. Вот здесь просто эти одноразовые берешь по доллару. Их же хватает на дофига. Еще если даже каждым один раз побриться, это уже выгодно получается. А ты-то ими можешь, наверное, не знаю, неделю или месяц бриться, смотря как часто. Короче, всякие крема для кож. Здесь что? А, это, короче, всякие лаки, пинцеты. Пилки для ногтей, это для ухода за ногтями тоже, это для ногтей, это снимать лак, жидкость для снятия лак, бальзам для губ, короче, помады, карандаши, тени, короче, все какое китайское дерьмо. Пасты, видите, полностью нормальные, Крест, Кольгейт. Ну, то есть известные бренды, не какое-то фуфло. То же самое щетки. Я щетки вот такие вот всегда здесь беру. Рич. Это нормальные, то есть фирменные щетки. И, в общем-то, такими и чищу зубы постоянно. Проблем как бы вообще с ними нет. Сделаны в Китае. Ну, а где еще щетки сейчас их? Где-то делают в других местах, что ли? Нет, конечно. Это тоже вот эта вот фигня. Видите, за доллар всего это нить зубная. Она уже со специальной рогатиной, чтобы удобнее было чистить. Здесь 60 штук. То есть 50 плюс 10 еще бонус. За доллар можно взять. Вот других брендов 35 штук. Вот так вот выглядят. Очень, кстати, круто. Тоже вещь неплохая, чтобы зубы содержать в чистоте. Вот обычный этот зубная нить, ну, флос по ихнему называется, 50 метров с мятным вкусом, Рич. Вот. И есть еще какой-то фирмы. А, вот это вот маленькие такие, вот это между зубами чистить. То у кого, если между зубами большие промежутки, не такие, как где уже флос не помогает, вот эти вот щеточки берешь. Короче, жидкости для полоскания рта, витамины даже есть, кальций. А, ну и, блин, всякая фигня, видите, снотворная, витамин B12, нифига себе, фиш-ойл есть, зеленый чай для похудения, гинсенг, таблетки вот эти Эдвил, это от головы, ну Эдвил они и так очень дорогие, поэтому тут вам за доллар он всего 6 штук продают, или 4. Я так думаю, что у них должны быть их здесь какие-то типа аналоги, которые... Короче, тоже лекарства от аллергии, всякая херня, аспирин. Ну, аспирин, он уже нормальный, их 60. Или айбупрофен, 40 таблеток можно взять за доллар. Это хорошая цена. Обезболивающие всякие разные. Таблетки от головы. Короче, я думаю, что для лекарств это место абсолютно неплохое, потому что таблетки там, к примеру, тот же ибупрофен по барабану, он не бывает там качественный или некачественный, он весь одинаковый. Какой-то ты его не купишь, он
Айбупрофен, но есть айбупрофен. Вот, к примеру, это самое, спирт. Тоже, видите? 50% за доллар. А это... Это тоже спирт. Ну, короче, медицинский спирт у них вот такой. У нас он метиловый, а здесь он изопропиловый. Он везде, и в магазинах такой, везде. Вот. Короче, это всякие крема, всякие разные. Вот, для ног, для мускул, с ментолом. Сделано в США, видите, с американские все. То есть здесь насчет крема все серьезно. Магнезиум цитрат, я не знаю, что это такое. Это, короче, всякие медицинские бинты. Вот эластичный бинт, к примеру. Сколько метров, непонятно. Пять метров. Это неплохо. За доллар-то 5 метров. Цифровой термометр. Я, блин, термометр, когда у меня температура была в обычном магазине, что-то 10 долларов давал. Здесь он за доллар можно взять, цифровой термометр. Айспэк. Это типа сюда наливаешь воду и замораживаешь в морозилке. Короче, вот эти вот штучки катоновые в ушах ковыряться, вот 350 штук. За доллар и вата. То есть вот такую всякую мелочевку надо здесь вообще брать. Это хорошая экономия. Вот это вот соль для ванн. 454 грамма за доллар. Тоже я думаю, что это неплохо. И вот перекись водорода. Здесь за доллар 946, ну литр почти. Вот. То есть здесь неплохой, в принципе, это выбор по медицине. Вот. Вот это вот стоит учесть на будущее. Короче, всякие напитки, вот эта хрень, это и бы я все не брал, потому что это все, я думаю, очень вредно. Это все дерьмо. Единственное, вот этот чай Аризона, но что его за доллар покупать? Он, наверное, в обычном магазине так доллары стоит здесь. Один, ну, 1 1/4 литра. Это просто разные его виды. Вот эта хрень прикольная, вкусная, но тоже что доллар платить здесь. 750 миллилитров сделано в Мексике, я бы такую покупал. Там еще вон другие виды есть. Несквик, я не знаю, что это. А, это, наверное, напитки. Короче, молоко, томатный сок, кстати, за доллар литр. Короче, где он сделан, непонятно. Выглядит как-то странно он. Вроде как и томатный, но какой-то он темный. Короче, он с какого-то... Ну, короче, не знаю. С концентрата сделан. Сливовый сок. Вот этот крутой, я вот такой покупал. Этот сок неплохой. Он написан «Нектар гуавы из концентрата». Сделанный в Мексике. Вот этот классный сок. И тут есть еще манго, и есть банана с клубникой. Вот такие вот я бы взял в этих, в таких пачках. Вот это вот все херня, наверное, я так подозреваю, что там вода, но и сока совсем чуть-чуть. Короче, такие напитки. А, ну чипсы. Это тоже здесь как ничего особенного, что там лейс, всякая херня. Попкорн. Так, еда. Короче, ладно, еду не будем смотреть, потому что как бы долго уже получается. Хлеб тут есть по доллару. Ведра. А, ну вот такое ведро я здесь покупал просто дома для хозяйственных целей с веревочной рукояткой. Я за доллар здесь покупал.
Так, короче, ладно, не хочу просто долго делать, поэтому где-то здесь отключимся, потому что Катерина меня опять попросила и вот эти вот печенья купить. Вот эти вот она хочет, вот. Butter Ring Cookies. А я не знаю, что мне не нравится, я не ем вообще печенье. Ну как, ем очень редко, там, чисто для удовольствия могу одну штучку съесть. В общем, пока ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Просили видео делать покороче, поэтому я вот здесь в этом месте закончу. И потом в следующий раз тогда посмотрим продукты, бытовую химию, там посуду. Ну, в общем, все, что осталось. Вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи в жизни. Пока-пока и привет из Америки.